Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам снять ролик, как я зимой решил вывести в лесок козочек попастись. Ну или просто погулять. Потому что пастись они отказываются напрочь. Видимо, они не привыкшие у меня. То есть еловые ветки приносишь им, козлятник, они их съедают на ура. А здесь вон сколько их, даже не прикасаются. Ну ничего, может привыкнуть. Вопрос не сильный, гулять все равно с ними надо. Вот мы и гуляем. Хотя, говорю, у людей смотришь, они прекрасно пасутся в лесах, у кого привыкшие козы. И кору едят, и веточки зимою. А тут полный игнор, пока, во всяком случае. Ну, посмотрим. Вот. Одна начинает что-то щипать. Дрожат, но это не от холода, это от страха, ну, во всяком случае от напряжения. Еще козочки привыкают к зимним прогулкам, а вместе с ними привыкаем и мы к зимним прогулкам. Кто-то он в елках прячется. Он машет вам ручкой. Вот так вот наши козочки гуляют в зимнем лесу. Да, верба? Не шибко мы гуляем, ну ничего, пусть привыкают. Так вот. Ну, на этом я заканчиваю свой супер ролик снимать. Всем хорошего дня и мирного неба.